Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топ Геймерс. Вы готовы, ребят? Вы скажите, готовы третий раз-то поджечь этот огонь? Посмотрим, что сейчас пошло не так. И я вам скажу, что это прямо как в моей жизни. Что-то хочешь сделать несколько раз, и по любасу что-то не получится. Одну секунду, забыли взять топливо. Ведь мы помним, что для того, чтобы ритуальный костер горел, нам нужно побольше вот этих вот штукенций. Я думаю, по 20 штук хватит. Поехали. Симпатично, максимально отлично. Залетаем поджигать третий ритуальный костерчик. Также хотел сказать спасибо всем. Я понимаю, что вы не сидите сложа руки, ставите вот эти вот лайки красивые, вот это вот пишите там комментарии нереально интереснейшие. Читаю шо книгу, честно, ребят. Стараюсь отвечать каждому. Давайте мы залетаем сейчас на рыболовный турнирчик. Кстати, поздравляю победителей розыгрыша. Не забывайте, что в Телеграме у меня проводился крутой розыгрыш. И победители вчера прямо на конце стрима объявили, получили крутые призы. Ну а следующий розыгрыш стартует с розыгрышем премиум аккаунта. Ну что, вот такие вот шапки, ребята, получили 5 человек. Поздравляю. Идем дальше. Естественно, коммуна и то, что здесь внутри. Нам интересно сейчас, что пойдет не так. И вообще нам нужно найти кого-то, кто виноват, кто подливал бензин в костер ритуальный. Это детище должно быть чистым. Чистым, как младенец. Ну, то есть, никакие примеси там не должны были участвовать. О, все собрались. Ну что, теперь кто-то пописал в костер или что? Зажги священный костер, и мы начнем. Хорошо. То есть все сидят, типа говорят, ты ще давай зажигай туда-сюда. Кстати, не очень много. О, силы света и добра, придите к нам в этот трудный час. Заприте темные врата, покажите нам путь к свету. Проверить источник шума. Но если честно, меня там... Я проверю, что там. Дядь, пожалуйста, сам не ходи по-братски. А шутить, вы кто такие? Это что, какой-то капитан? Вот ура! Да не, братуха, да я ж с дробовиком, с модулями самыми крутыми, ну вы что не видите? Там меня собака, где я сейчас сажу. Собака, а ты нормальная? Нам приказали напасть на вас. Это все наш главарь, он в лагере у реки. Ну что, отправляться в устье реки, конечно, локация, которая новая. Устье реки. Нам уже знакома эта локация по другим каким-то ивентам, событиям, сезонам. Я как минимум запомнил ее дважды в разных событиях. Устье реки. Поехали. Я думаю, что там мы сейчас как минимум найдем что-то интересное. Там какой-то главарь, а я сам, естественно, ну зачем же мне подмога, если я супергерой, да? Там пацан, он кувалдой разнес... этот, как его, пол лагеря. Но они, наверное, не ожидали, что там есть я. Думаю, что там бы прошло все гладко. Одного сам опал. Итак, машинка. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Ага. Проблемы ищешь, конечно, дядь. Ты хорошо, хоть ты не в ластах еще. Так, там пацан колбаску нарезает. Так, собака, жри его. 9, 8. Что за уроны? На, до свидания. Так, ты лагерь, рейдер. Тебе конец. Ага, вот тебе собака сейчас за ногу. Опа, укусила. Все, до свидания. Подожди, подожди, с него что-то... Не, ну на карте он крестиком. Итак, смотрим, что здесь. Этот рейдер тоже. Собака, укуси его за ногу. Молотком, жесть. Да не, по-братски. Я собака моя. Хорош. Итак, ребят, ну что, он чинил дом, походу, я не знаю, что. Смотрим дальше. Баллоны. Тоже рейдер. Ну почему конец, ребят? Ну вот почему конец? Прошу, помогите, да без проблем. Кто ты? Фух. Фух, спасибо. А че он, этот мужик, спал? Я сваливаю отсюда, а ты можешь забрать мои вещи. Да, если честно, я не про вещи думал сейчас, когда увидел девушку. Ну ладно, я не понимаю, зачем они меня держат. Почему сразу не убили, хотят продать? Но я уже старый, кому такой нужен? Вчера слышал разговор про жертвоприношение. Они держат меня как кота на убой.
Жесть, конечно. Я бы очень сильно переживал, если бы знал, что для жертвоприношения меня держат. О, да, детка, мата-курточка, дробовичок-боровичок, симпатяшки. М-м-м. Все вкусное, все симпатично. Убить главаря. Ну зачем убить? Ну, может, поговорить, может быть, он покаяется, короче. Вали, если жизнь дорога. Офигеть, где-то девушка, лидер. Вот это ее размудохало. Кстати, 100 рундала сразу. Заметил кто? Так, книга. Ваша задача сорвать ритуал. Когда мы захватим власть в коммуне, половину сокровищ будет ваша. А там есть то, что вас заинтересует. Надеюсь, что это будет не изолента и болты, дядь, потому что, ну, мы уже привыкли. Ох ты, чего? Я приятно удивлен, ребят, честно, приятно удивлен, потому что здесь, ну, привычно, что ты открываешь какие-то, проходишь какое-то событие, стараешься, тратишь свои огнестрелы, удиваешь самую симпатичную броню, самую крутую, все. И в конце получаешь изоленту и болты. Сейчас это изменили, это большая благодарность, потому что, ну, вроде как и хочется это все проходить. Другой бы сказал, что за изоленту и болты, да я вообще не хочу туда идти. А вот сейчас, ребят, это точно, точно нужно пройтись. Ну что, пошли посмотрим, что там у нас. Насколько все симпатично и насколько все максимально отлично. Ой, да, интересно. Но получается, что все, то есть, что дальше я так и не понял. Посмотрим. Залетаем, пожалуйста. Так. Вот сюда. То есть костер опять не горел, что ли? Ну, горит. Серьезная подготовка. Собрать ингредиенты для ритуала. Серьезная подготовка. Короче, пацаны, вы просто греетесь. Вы просто меня заморачиваете. Ну, я... Откроется через один день 17 часов. Ну, как всегда. Конечно. Ну, как всегда. Ну, смотрим, что этот бедолага принес. Еще бы, знаете, что сделали? Вот, сделали бы желание, подняли бы желание. Вот, ну, блин, ну за что? За что я должен вот это все вкинуть? Я лучше его удалю, чем вот это получу. Дядь, ну, серьезно. Военный рюкзак, 2 реаниматора и 3 чего там, чего-то хорошего, 3. Не знаю, какие-то капитанские карты, зеленые карты, ладно. Да, вот это там. Вот за это я бы подумал. Там, я не знаю, М16, СВД, АВП. Блин, я бы тоже подумал. Блин, да все бы подумал. Это круто было бы. Но, увы и ах, получается, что это вот так. Валим. У нас подготовка начнется к большому какому-то сбору. Я так понимаю, что будем... Нужно фармить вот этих вот сердечки, мозги. Другие ресурсы у меня есть. Я думаю, 100%. Ну, посмотрим. Я подформлю на всякий случай. Ну, вы сами понимаете, что это тема. Но пока что давайте на эту соточку все-таки, как говорится, зарядим на всю соточку. Рыболовный турнир стартовал. Снабжение стартовало. Коллекционер стартовал. Да какое оно ню? Ну, что вы топите? Ну, ребят, делайте хоть за... Ага, у меня через 5 часов. Поэтому забираем пластинку и... Валим домой отдыхать. Надеюсь, вам понравился видос. Жду ваш лайкос. Описание телеграма. Ссылка на телеграм в описании. Ну и пишите комментарии. Делитесь этим видосом со своими друзьями. Я благодарен вам всем за поддержку.